Доброе утро всем! Какое у нас утро замечательное, доброе! Какие испанцы на свете! Все патриоты с флагами на окне. Видите, как я люблю вот просыпаться утром. И вот видеть эту всю красоту. Вон там, не знаю, у меня, видите, не камера, а телефон не приблизит. Может быть, вам видно. Вот там на углу дома растет обалденное мандариновое дерево. Вот каждое утро встаю на него, как на солнышко смотрю, так красиво. А вот у второго дома, вот там у стены, дерево лимонов. И представляете, зимой вот так встаешь, солнышко, мандарины, лимоны. А здесь вот дом. Каждое лето, каждое утро летом радует меня розами. Вот по стене вот этот большой куст, я только немножко забыла, какой из них какой. Вот этот, по-моему. Мелкие розы, весь усыпан мелкими розами, такими красивыми. А вот этот куст, большие крупные розы, и на весь дом. Такая красота. А вот это дерево, которое тоже вот это, которое такое сейчас немножко хилое, оно летом как шатер у них, обалденное. У них где-то здесь собака бегает, овчарка. Уже видно, старенькая такая. Они недавно вызывали ветлечебницу. Ну, я так поняла, потому что подъехала машинка, ее увозили. Подъехала машинка специально, видно, из ветлечебницы. Загрузили ее и увозили к ветеринару. Уже видно, такая старенькая бегает вокруг дома. Дом, конечно, мне как-то повезло. Я живу хоть на перекрестке, вот видите, да, перекресток. Вот. Там вот моя елочка. Но у меня вид, что с одного окна, что с другого, вообще замечательный. Мне что, к этому окну подойдешь, такая красотища, что к тому окну, вообще люблю. Люблю вот просыпаться, когда тепло, когда солнце. Ладно, девочки, себя не показываю, потому что я говорю, мы только позавтракали, я еще не в порядке. Сегодня я хочу снять немножко небольшой, не хочу растягивать небольшой блог. Как я провожу у нас сегодня выходной, иду себя приводить в порядок, чтобы показаться вам лицом, пожарим котлеты и поговорим кое о чем. Встречаемся чуть позже. Вон старички идут, разговаривают. Ой, не знаю, мне так вот нравится, я так люблю вот встать и смотреть вот за людьми, вот. Не знаю, я, наверное, одна такая любопытная, или кто-то тоже любит. Вот я могу стоять часами и смотреть, как люди идут, разговаривают между собой, что там спорят, что-то друг другу доказывают. Тьмы, какие золотые идут. Ладно, я так могу долго стоять, смотреть и наблюдать за людьми. Пошла собираться. Ну, продолжим наш блочок, блок немножко. Я, как вам и обещала, я буду готовить котлеты и немножко с вами поговорю. Так, включаю плиту, одеваю фартучек, потому что не хочу забрызгаться, будем котлеты жарить. Наряд свой красивый, не хочу забрызгать. Думаю, буду сегодня в фарточке. Ой, девочки, хотела сегодня опять с вами поговорить на такую, не знаю, для многих моих подписчиков. Как сказать-то, не знаю, болезненную, наверное, тему — мой возраст. Девочки, вот честно, устала. Уже устала объяснять, устала уже разговаривать. Ой, что-то доказывать. Ругаться. Ну, уже, знаете, даже уже смешно становится, когда постоянно вот тычат, вот вы не в том возрасте, вам так нельзя. Понимаете, девочки, мне кажется, вы все должны, наоборот, тянуться
в моем возрасте девочки, которые я так думаю, что пишут, скорее всего, те женщины, которые достигли моего возраста, у кого 40 и плюс, да, и вот пишут, я так думаю, что они мне пишут, что, глядя на себя, как они себя чувствуют, как они выглядят, и по себе как бы равняют, что и я должна выглядеть так же, как они, и, может быть, они, я не знаю, они не хотят ко мне двигаться, но почему-то стараются тащить меня за собой. И мне бы нет, чтобы равняться на меня, что человек старается быть энергичным. У человека свое хобби. Это не работа моя, я уже объясняла, это мое хобби. Здесь мои подруги на Ютубе, друзья. И я общаюсь, я не сижу на лавочке, да, ой. На лавочке семечки не грызу, не разговариваю, не сплетничаю, на телефонах не вешу. Это моя отдушина, это мое хобби. Я не знаю, что злит людей. Может быть, им этого тоже не хватает, но они не могут себе этого позволить. Девочки, не бойтесь, выходите на просторы Ютуба, там места всем хватит. Конечно, может быть, мы в своем возрасте не достигнем таких больших высот, как девчонки молодые, которые имеют и по 100 тысяч подписчиков, да, и по 50. Но я, допустим, пришла сюда не за этим. Я пришла сюда за общением. Я так рада, что у меня столько друзей появилось. И в Италии, Маргошенька моя дорогая, и в Дании, Лада Лаки. Обожаю ее смотреть. И Ириночка с Японии, и Марина из Санкт-Петербурга с Олей, с Луной. Да вообще, и Оля с Дани. Девочки, я сейчас начну перечислять. И Анюта с Турции. Боже, я боюсь всех забыть. У меня столько друзей появилось. Девочки, не сидите на диване, не перемывайте всем кости. Выходите на просторы Ютуба, заводите своих друзей. Я так рада, я так счастлива, что я здесь с вами. И я уже устала, когда вот эти... Ой, я сейчас заговорюсь, у меня котлеты сгорят, уже горит немножко, отставлю, пусть остынет. Я уже устала так вот от этих разговоров, от этих того, что мне положено, что мне не положено в этом возрасте. Я не понимаю, кто определил эти критерии, которые положено и не положено в возрасте, что в этом возрасте положено, что в том. Боже, я еще когда была молодая, мне всегда говорили, ты еще молодая, тебе еще рано об этом думать, там, или еще тебе рано об этом делать. Сейчас уже старая, и мне уже говорят, ты уже старая для этого. Я как-то так незаметно проскочила в тот возраст, которым позволялось все. Но мне почему-то, я, наверное, наивно предполагаю, что я достигла как раз именно сейчас того возраста, когда я, в общем-то, могу позволить себе все. Потому что я прожила жизнь, я жизнь видела, как говорят, и уже сделала какие-то выводы. Не знаю, девочки, не надо меня за собой тащить в эту вот старость, в эти болезни. Я понимаю, что, может быть, когда у вас что-то болит, да, извиняюсь, и вам тяжело смотреть на радостные лица других людей, но я вас уверяю, я вас могу заверить, что, девочки, я тоже болею, и я тоже себя плохо чувствую, и мне кажется, уже многие тем, кому 40+, да, просыпаясь утром, начинают себя с кончиком пальцев на ногах, начинают себя потихоньку ощущать, как мы себя чувствуем. И начинаем потихоньку шевелить так. Ноги шевелятся, руки шевелятся, голова сегодня не болит. Да? Можно вставать. Так. Горит. Сейчас договорюсь с вами, все котлеты сожгу. Котлеты не рассказываю, как делается. У меня есть видео, где я снимаю свои маленькие фишечки с котлетами. Я его выставлю попозже, наверное. Ой, перескакиваю опять с одной темы на другую. У меня такой характер, я могу не снимать очень долго видео, потом начать снимать и начать снимать все видео подряд. Могу по 3 видео в день снять. И таким образом снимать
целую неделю, потом начинаю их монтировать. Поэтому, девочки, не удивляйтесь, если вы летом увидите какое-то видео, где я сижу еще в свитере, и мне еще холодно. Это видео я снимала зимой. Так вот, о чем я? Я говорю, что и я также стою, просыпаюсь утром и начинаю себя ощущать, все ли у меня на месте, ничего ли у меня не болит, так как у меня сегодня голова. Но если я буду вам рассказывать о том, о своих болячках, о своих проблемах, я не знаю, конечно, я думаю, что кому-то это интересно будет. И для кого-то это, скорее всего, даже удовольствие заставляет, когда человек посмотрит, у него у самого все болит, и у самого все плохо, и когда он посмотрит, посмотрев такие видео, думает, фу, слава богу, не у меня, ни у одного так все плохо, у кого-то еще есть хуже, да? И кого-то это может такие видео вдохновлять, но у нас есть такие каналы, где девочки жалуются на свою жизнь, на свои проблемы. Я не хочу жаловаться на свои болячки. На свои какие-то денежные проблемы, потому что их денег никогда много не бывает, их всегда мало, сколько бы их ни было. Поэтому сколько бы нам ни дай, нам все мало. Поэтому говорить об этом не стоит. Ой, с этим пресловутым хвостиком с моим тоже меня уже достали. Что в вашем возрасте, я так понимаю, и этот уже хвостик уже надоел, мелькает на экране. Типа он у меня не по возрасту, мне этот хвостик. Девочки, может быть и не по возрасту, но мне так удобно. Я себя, во-первых, ощущаю очень хорошо с ним. Я не знаю, по возрасту он не по возрасту, но на кухне с распущенными космами стоять нехорошо. У меня есть первое видео, где я с распущенными волосами. И я так благодарна подписчикам, которые меня отругали за это, честно. Некоторые даже писали в грубой форме, что хватит космами трясти над едой. Потом мужчина один написал, говорит, боже, как мне надоели эти женские волосы, которые вечно попадаются в еде. Я понимаю, вот эти комментарии сыграли. Но я тоже, я до этого понимала, что очень нехорошо на кухне быть с распущенными волосами. Но я тогда только начинала снимать видео, и мне хотелось перед вами предстать такой красиво, такой, с такими вот волосьями. Я понимаю. И у меня там несколько видео, где у меня волосы на кухне не распущены. И мне вот эти комментарии, они, конечно, тоже послужили как бы уроком таким хлестким, что Марина, убирай волосы, не тряси над едой. Сейчас руки помоем. Вот, и я уже сама сейчас, смотря видео, у тех девочек, которые тоже на кухне, допустим, что-то готовят, и начинают и с распущенными волосами, меня это тоже очень сильно коробит, и у меня такие же возникают чувства. Сейчас. Подумаю, о, девочки, убирайте волосы, не трясите их. Но это одна сторона, да, скажем так, что на кухне нужно забирать волосы, не трясти ими. Но другая сторона, то, что мне пишут, что хвостик, это уже дело молодых, а не старушек, как я. Не знаю, я, девочки, с этим тоже могу поспорить. У всех вкусы разные. Сейчас накрою крышкой. У всех вкусы разные по этому поводу. Пусть пока жарятся, спокойно поговорю с вами. Мне нравятся разные волосы, мне нравятся разные стрижки. И просто нужно исходить от того, идет это кому-то или не идет. Я не знаю, может быть, мне не идет, но мне так нравится. Девочки, скажите, мне так плохо. Я, может быть, сама себе льстю. Вот. Но я встречала много женщин, тех даже, которые младше меня и выглядели старше, чем я, и встречала тех женщин, которые старше меня и выглядели младше меня, ну или наравне со мной.
и с разными стрижками. Я вот где-то, наверное, года два назад встретила женщину здесь, в Испании, испанку, и я обалдела от ее красоты. Женщине, наверное, вот, ну не соврать, наверное, лет 70 с лишним. У нее седые волосы, и волосы, я не скажу, что шикарные, густые, не у всех испанок такие густые, шикарные волосы. Нет, она шла, вот женщина одета стильно. Вот длинная юбка модная, не такая, которая это самая, модных цветов, одета вообще модно, вот в длинной юбке, в кофточке, в такой широкой подпоясана. И 70 лет бабушке. И у нее на голове вот была заплетена косичка. Не коса, а вот именно косичка. У нее примерно такие же волосы, и длиной, по-моему, и шириной. Такие, как у меня. И седая голова вся забрана. И была вот такая, вот отсюда, вот так вот она, вот отсюда она так ее заплела, и косичка. И вот она идет, она такая вся нежная, вся такая красивая. Девочки, я стояла, я ей любовалась. Вот этой возрастной красотой. Не то, что я скажу, что там офигенная ухоженность была в ней. Ну, в 70 лет там, ну, там, наверное, ухоженная женщина была, но там все равно уже, конечно, возраст. Но вот у нее какое-то шло сияние. Вот. И вот эта косичка ей, она так шла. Я пришла домой, я попробовала тоже сделать косичку и думаю, ну-ка я тоже, знаете, бывает, да, мы все как вороны перенимаем что-то у кого-то. Я прибежала, думаю, о, так хорошо, она так ее молодит, так свежит. Думаю, дай-ка я косичку. Господи, я коза дереза с этой косой. Конечно, кому-то идет, кто-то заплетет, бабушка такая, знаете, божий одуванчик, и пойдет здесь вот две косички сделает, и такая, знаете, как... На козу дерезу похоже, но это просто смех на палочке, да? Кому-то идет, кому-то не идет, кому-то идут стрижки короткие, кому-то идут длинные волосы. Ну ты у меня что, я уже тебя убавила, ты мне все шипишь и шипишь. Хватит шипеть уже. И давать кому-то советы, сделайте вот это вот так-то, сделайте, постригитесь так-то. Я не могу понять, не настолько вы уверены в том, что у вас такой идеальный вкус, что вы можете давать советы другим, как им выглядеть. Я, допустим, я не уверена в себе, что у меня идеальный вкус, что я могу тоже где-нибудь лохануться и что-то не так сделать. Поэтому мне советовать, да, я где-то вижу на каких-то девочках и думаю, ой, я бы, наверное, вот так сделала, да. Но это не значит, что я так разбираюсь во всем, что я могу давать советы. Во-первых, сперва на себя обратите внимание, да, как вы выглядите в свои и 25, и 45, и 75, а потом начинаете давать другим советы, как это выглядит, если вы... себя в порядок привели, и если вы считаете, что у вас идеальный вкус. Вот эти советы про то, что стрижка молодит, я тоже не принимаю. Была в России, у меня тут знакомая говорила, говорит, ой, Марина, что ты не подстригешься, ведь так вот стрижечка молодит. Стоит моложе меня, бабка бабкой. Я такая смотрю, думаю, да, моя дорогая, помолодила тебя стрижка. Вот прежде чем давать такие советы, обратите на себя внимание. Я не то, что не люблю короткие стрижки. Я люблю короткие стрижки. И некоторые короткие стрижки очень многим идут. Но не всем же опять. Нельзя вот равнять всех людей как бы под свою гребенку. Некоторым ежики просто идут. Вот подстригется бабушка старая, ежик, седой ежик, вот так торчит. Но она так, и огонек в голубых глазах, но она такая зажигалочка, думаешь, блин, вообще. А другая распустит вот так вот волосы свои длинные по самую попу, и они ее старят. Они не делают из нее какую-то красавицу. Ну, видно, что даже волосы не украшают ее. А другая, наоборот, сделает что-то стрижечку, сейчас котлеты выложу. Сделает стрижечку, тут такие перышки себе надергивает и станет, наоборот, бабулькой. А другим волосы распустят и красиво.
Поэтому, девочки, все индивидуально. Не надо давать, вот у меня есть это видео, ненужных советов, тем более, если их у вас не спрашивают. Не старайтесь, наоборот, как-то равняться, тянуться за теми людьми, которые чего-то достигли, чего-то добились. Я не говорю, что я, на меня можно равняться, я вообще... Хотя можно и на меня равняться, почему бы нет? Почему нет? Если вы о себе такого высокого мнения, я тоже о себе такого высокого мнения. Почему бы на меня не поравняться тем девочкам, которым 40+. Я тоже, некоторые могут сказать, вот, хорошо, там, знаете, вот у тебя вот так вот все там и красиво, и везде все. Девочки, вот поверьте мне, я за собой не слежу только в то время, когда я очень болею, когда я могу встать, когда я не могу встать с кровати. Я из тех людей, которые некрасивые. Ой, нос чешется. Всегда, когда руки грязные, нос чешется. Поверьте, мне на слово я вам показывать не буду. Я отношусь к тем людям, которые не просто некрасивые, даже страшненькие. У меня черты лица не ай. Но я с детства, с молодости, я привыкла следить за собой так, я привыкла себя красить и ухаживать за собой, чтобы людям не бросалось в глаза. У меня есть подруга, которая кроме крема для лица и рук больше ничего не знает. Она не знает, что такое тушь, она не знает, что такая это самое. Да, по молодости мы все красивые, мы все с яркими глазками, с черненькими волосиками или с беленькими, с кудряшечками, но возраст берет свое. И те девочки, которые не научились пользоваться косметикой в молодости, они очень быстро стареют и выходят из тиража, да? Они всегда, они привыкли считать себя красавицами, им это ничего не надо, они и так, у них все хорошо, и в итоге, подойдя к 40 годам, они становятся не в формате. И уже и глазки тусклые, и личико не такое светленькое, и уже дрябленькое. А косметикой-то пользоваться-то не умеют. Не умеют ни тенями, ни кремами тональными, ничем. Поэтому я говорю, что я из тех людей, которые себя рисуют. Я не могу показаться на людях без косметики. Это, не знаю, может быть, кто-то меня осудит, но, девочки, я считаю, что лучше встать с утра, умыться и сделать себе макияж и ходить весь день, пусть даже с накрашенным лицом. Девочки, поверьте мне, я с накрашенным лицом хожу, наверное, с 16 лет. Начинаю и пользоваться тональными кремами, и какими еще в советское время этими кремами, балет, и основами, и тушами нашими советскими. И ресницы, вот мне уже 40+, не выпали ни ресницы, не знаю, видите ли вы у меня морщин сколько много, и попортилось ли мое лицо, и все так... Берегут лицо. Ой, девочки, надо меньше косметики наносить, чтобы лицо... Куда вы его бережете? А? Чтобы в гроб вас красивыми положили, что ли? Я не знаю, куда бережете. Все равно морщины появятся. От них никуда не денешься. Какие бы даже вот популярные актрисы, певцы, они как бы за собой не ухаживают, они все равно будут. Земное притяжение никто не отменял. Все равно лицо все поползет вниз. Господи, так будьте красивыми просто всегда. В старости вы уже не будете такими красивыми. Поэтому, девочки, я говорю, поверьте мне, плюйте на это все. Ой, надо кожу беречь, надо, чтобы ее... Ничего с ней не будет, с вашей кожей. Я говорю, на себе испробовала. Ничего со мной оно не случилось. И я вас уверяю, у меня морщин меньше, чем у тех девушек, которые вообще никогда не пользовались. У меня есть, говорю, подруга, которая и волосы никогда феном не укладывала, все придерживалась натуральной красоты. И волосы феном никогда не укладывала. И не вступала на ее лицо нога косметики. И что в итоге? Бабка-бабка старая, она еще моложе меня. Бабка-бабка старая. Поэтому учитесь пользоваться косметикой заранее. Но пользоваться, учиться косметикой никогда не поздно. Я когда пришла на YouTube, как многие девочки говорят, и я не буду
от них отделяться. То же самое. Я пришла на YouTube, я практически не умела пользоваться косметикой. Да, тени, помада, пудра, тональный крем, все это я делала. Но у меня был ужасный, жуткий макияж. У меня сейчас он не лучше, но я к идеалу не приблизилась. Но все равно я как-то уже так стараюсь выглядеть хорошо. Поэтому, девочки, учиться даже в 40 лет никогда не поздно. Начинайте учиться, но купите себе какую-нибудь косметику хорошую. Я говорю, что я встаю, я позавтракала, умылась, позавтракала, нанесла крем для лица, просто крем для лица, позавтракала, и я начинаю приводить себя в порядок. И у меня Виталий вот даже говорит: Марина, вот что ты себя красишь, мы же никуда, допустим, не идем. Я не могу дома, даже если даже я знаю, что я никуда не иду, я не могу находиться без косметики. Я начинаю к вечеру начинаю болеть, я начинаю себя плохо чувствовать. Я прохожу мимо зеркала, я прохожу мимо где-то стекла, я вижу себя, я вижу, что я плохо выгляжу, не накрашенная, что у меня глаза маленькие, что уже лицо серое. Я такая, и у меня потихоньку начинает и настроение портиться. И я начинаю к вечеру, вот реально я начинаю болеть. Это во-первых. А во-вторых, я говорю, у меня была подруга такая сейчас. Была подруга такая, которая, скажем, тоже не красавица. И как бы, ну, на люди, когда выходит, тоже пользовалась косметикой. Но дома не красилась. И получается так. Кто бы к ней домой не зашел, она бежит. Она такая... Бежит в комнату. И начинает наводить свой марафет. Гости сидят, ждут, когда она выйдет. Я говорю, я не могу. Я хожу дома, к нам могут зайти соседи, даже просто что-то спросить. Я говорю, я такая вот, никакая выйду. Я говорю, я не люблю, когда меня застают врасплох. Если ко мне кто-то зашел, может заехать у Виталий друг. Мимо ехать, что-то там позвонить, говорит, Виталий, там мне нужно это самое. И представляете, я открываю двери, я, ну, неприбранная хожу, ну, я такая вот вся естественная хожу. Нет, я стараюсь выглядеть так, чтобы кто бы ко мне в двери вот сейчас или когда-то не постучался, я всегда могу открыть с нормальным человеческим лицом человеку дверь, не пугая его. Представляете, такая обезьяна дверь открывает, такая обезьяна выглядывает. Поэтому, девочки, давайте уже прекратим все разговоры о моем возрасте, а что я должна делать, как я должна делать и с кем я должна делать. Давайте я не буду к вам опускаться на лавочку, давайте вы ко мне подтягивайтесь и приходите уже тогда на YouTube и займитесь хоть чем-нибудь. У вас, может быть, мысли в другое русло направятся. И, может быть, действительно, садясь перед экраном, вы хоть как-то будете наводить марафет на своем лице, выглядеть уже по-человечески, а не ходить злостью, не скрипеть, что вот мы вроде бы ровесницы, да, и что ж ей вот так вот хорошо. Девочки, поверьте, я тебе вам говорю, я такая страшная, если бы я вам себя показала, без укладки я феном волосы, ну, каждый день встаю и феном расчесываю их. Я не встаю вот так вот просто расчесочкой расчесалась. Нет, я каждый день практически укладываю феном волосы. Я каждый день укладываю челку, даже если мне не надо сниматься. И даже если я дома, я каждый день выгляжу хорошо. Научитесь хорошо выглядеть. Тем более в нашем возрасте, что нам, девочки, терять? Нам терять уже нечего. Поэтому давайте, начинайте тренироваться, начинайте жить для себя, выглядеть для себя, не для кого-то. Займитесь, вы проведете час перед зеркалом, и вы потом будете весь день ходить, себе же само удовольствие доставлять. Во-первых, вы займете пустое время, куда вы не знаете его деть, сидя там в окошечко, глядя на прохожих, да, вот как я с утра встала и стою такая, вот не накрашенная, вот что вот мне делать, вот я не накрашена, вам себя не показывала, да, что мне делать, вот только стоять так вот у окошечка и смотреть на людей. А вот накрасилась и к вам. Сейчас вот котлеток нажарю и в гости пойду. Еще сегодня в магазин, у нас еще не кончились скидки, мы еще в магазин собрались с друзьями, мы сходим в магазин, погуляем там. Потом пойдем к друзьям, посидим, поиграем в игрушки настольные. Если я посмотрю, я не хотела длинный блог снимать, но я его, по-моему, уже здесь
столько наговорила, что у меня уже на потом времени не хватит. Поэтому давайте я с вами сейчас попрощаюсь. Не знаю, встречусь я с вами или не встречусь еще. Но вот такой разговорный маленький блок с утра и с жареным котлет. Все, всем пока. Девочки, пожалуйста, не доставайте меня с моим возрастом. Я не помню, сколько мне лет, я его уже забыла. У нас вон погода, видите, как меняется. С утра вам показывала солнышко, прошло часа два, все тучами затянуло. Как мне нравится, везде флаги. Там флаг, вон там флаг. Какие патриоты, вон там флаг. Испанцы, конечно, патриоты. И вон там подальше тоже флаги. На том доме, наверное, иностранцы живут, нету флага. Эстранхеры. Ой, я пожаловаться вам хотела. Видите, какая погода. Солнышко с утра, сейчас пасмурно. Давление скачет туда-сюда, туда-сюда. С таблеткой валидола под языком стою. Старость не в радость, как жить дальше, девочки? Ой, чё же делать-то, чё же делать-то? Дяденька вон мусор выбрасывает, стекло. Вот видите, выбрасывает, да, стекло? Зеленая тара. И представляете, вот бывает в воскресенье, несколько раз. Мы спим еще, наверное, я не знаю, часов 8 утра, такая тишина. В воскресенье же машина ничего не ездит. У нас город отдыхает. Особенно если летом, когда окна открыты, еще все слышно, а летом все выезжают в выходные дни за город, в кемпинге к себе. И вообще город такой вымирает, пустой становится. И вот так вот спишь, 8 утра, тишина. И кто-то решил, наверное, это было воскресенье, наверное, кто-то с субботы накопил бутылок. Тут, видно, гульнул неплохо. И вот у меня рядом тут. И вот это, наверное, ящика два бутылок. И вот дудынь, 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 дудынь. Я такая: Виталий, говорю, Виталий, дай мне ружье, я его пойду пристрелю. Хорошо, что у нас ружья не было, так бы пристрелила. Ну что ж, пойдемте собираться на улочку погулять, хоть погодка такая и давление скачет, но, девочки, нужно заставлять себя идти по магазинам. Старость начинается тогда, когда... Ты думаешь: ай, да мне уже ничего не надо, это бы мне износить, мне уже все хватит. Вот тогда начинается старость. А когда я хочу в магазин, и когда мне хочется и эти джинсы, и эти сапоги, и эти туфли, то вы еще молоды. Так что, девочки, гоните от себя и ходите по магазинам. Я в магазин иду, поеду в Зару. Это другие старички. Помните, я вам утром показывала? Это уже другие идут. Ходят, гуляют. Вообще обалдею. Обалдею, люблю смотреть в окошечко, люблю смотреть за людьми, наблюдать. Вообще ходят, разговаривают, бутылки выбрасывают. Веселуха продолжается. Ну все, встретимся, если что, в магазине.